расскажем о световых скульптурах. Они завораживают, их хочется рассматривать. Световые скульптуры – один из интереснейших элементов декора. Их можно использовать как уникальный предмет интерьера или же как световую инсталляцию в парке и сквере. Световые скульптуры выглядят настолько фантазийно, в частности, из-за материалов, которые авторы используют при их создании. Независимо от материала, магия скульптуры создается при помощи света, который, отражаясь или преломляясь под определенным углом, создает для нас интересное изображение. Скульптурой может являться либо сам светящийся объект, либо светотеневой рисунок, который он создает. Дизайнеры и архитекторы используют световые инсталляции для декорирования улиц города, тоннелей, парков и скверов. Необычные световые элементы пользуются огромной популярностью, поэтому их используют для того, чтобы оживить пространство. При помощи алюминиевых или металлических элементов светодиодных источников света создаются красивейшие скульптуры самых разных форм. Они достаточно легкие, но при этом функциональные. Фантастическим эффектом обладают композиции из оптоволокна и акриловых трубок. Такие световые скульптуры встречаются в ландшафте при освещении. Некоторые дизайнеры используют игру света и тени. Подобные работы выглядят невероятными. Логика не может объяснить, как то, что не имеет особо никакого смысла, при попадании на него под определенным углом лучей создает узнаваемую тень известного человека или какого-то знакомого предмета. Световые скульптуры и инсталляции постепенно становятся все популярнее. Они не утомляют, не наедают, не загромождают пространство. Это искусство света. Эти работы удивляют и восхищают, наталкивают на размышления, создают творческое настроение, пробуждают воображение. Мы рассказали о таком замечательном явлении в искусстве, как световые скульптуры. И если у вас возникло желание создать что-то подобное, необычную световую экспозицию, то студия Reklam.ru вам в этом поможет. We'll be right back.